про тренера, менеджер. Хотел бы сам сказать, что в остатке нам и так и приклад, что хотели бы мы в биатлоне сделать тренинговый кемп у нас на Славянску по Сербли. Предполагаем, что этот стадион будет доставлен до лета. А в остатке те дети, которые уж винуются биатлону, будут талантована молодежь будет позвана на то сустрединение, але хотим и приходить таких детей, что мают зауим о биатлон, о бежецкое лыжевание, але, как пан Галович сказал, что не мают финансы в родине, а хотим, чтобы это вышло как на полки, что в подстате половица детей будет, которые уж робят тот спорт, а половица, которые мают зауим, может, по 50% всех детей потом будут и робить этот спорт. Же, по статье, то я видим то так же, приходят тех детей из тех слабших родин. Сполупраца с детьми люди как бы разделены на две половицы. Одна частка и выскушать, а наузай, абы мали зовем и интерес к нам. Але друга частка, которые уж талантованы, а мают некие скучности с этим биатлоном, а мают и некие выследки, просто доздать те скучности на узай, абы просто их подвигло, а не выше те выследки, абы просто заполепшили на том